И когда мы начали в этом разбираться вообще, а почему? То есть мы были в шоке, что происходит, почему начали бомбить Украину, это же вроде как бы рядом, это соседи, вообще что, к чему? Но когда мы начали смотреть видеоролики, не по телевизору, вообще не по телевизору, а только на Ютубе, как там 2014 год и раньше, там 2011-2012, когда в Киеве, по-моему, если я не ошибаюсь, киевляне ели торт с российским флагом и расчлененным младенцем и устраивали из этого пир. Я сейчас, вы можете, конечно, не верить в это, но то есть эти ролики пили кровь российских солдат в виде какого-то коктейля. Когда... Вы серьезно сейчас? Я вам могу эти ролики показать, я вам могу их прислать, если хотите. Нет, это новость. Сейчас. Показать? Давайте.